Администрация ведет постоянный мониторинг временного проезда, который организован в связи с тем, что у нас путепровод закрыт. Да, реально, река сейчас во время паводкового периода. Сейчас идет река, вышла в трех местах на поверхность дороги, продолжение улицы Заводской. Сейчас проехали, посмотрели, глубина небольшая, на машине можно аккуратно проехать. Кроме того, хотелось бы сказать, что деньги на эту дорогу уже выделены. Подрядчик ждет своего момента, когда можно будет выйти и начать работать по этой дороге. Но, к сожалению, сейчас погодные условия. И вот именно как ведет себя река Мегет, не позволяет это сделать. Если мы будем грейдировать, мы организуем еще большее корыто в этом месте. А если будем подсыпать, то весь гравий просто-напросто уйдет в лес. Поэтому дорога будет обслуживаться, дорога будет профилироваться и отсыпаться, но только лишь тогда, когда, еще раз повторюсь, закончится этот период. Кроме того, очень важным моментом в мониторинге является и место под железнодорожными путями. Это место мониторится не только нами, но и железной дороги, потому что этот объект стратегический, и, конечно, там мы уже провели несколько работ, дважды чистили те трубы, которые обеспечивают пропуск этой воды. Ну а здесь мы вот посмотрели, да, что водоканалом тоже были проведены работы, которые возможны, которые позволили не оставаться реке на дороге, а уходить через полотно в лес. Вот такие работы сейчас возможны, мы их делаем, мы их совершаем. Ну а все остальное будет зависеть от того, как закончится вот такой сильный паводок.